мы каждый день пытаемся понять. Мы каждый день пытаемся понять, ради чего мы здесь на белом свете? Зачем нам дали жизнь, отец и мать? Какая польза здесь от нас, этой планете? Жаль только, ни планета и ни жизнь не замечают наши мудрые искания. Летят сквозь космос и не ищут смысл, так как для жизни не нужны обоснования. Так надо ли и нам доказывать себе, что мы осмысленно и мудро существуем? Нет дела бесполезней и глупей, и пользы от него ни нам, ни людям. Если мы действуем лишь только для того, чтобы доказать себе, что можем что-то сделать, то в жизни нашей не осталось ничего хорошего, лишь спесь нас одолела. Зачем бросать нам вызовы судьбе? Зачем бросать нам вызовы природе? Мы краткий миг в ее большой судьбе, пылинки на обочине дороги. И есть ли смысл побед над пустотой? Побед ради побед, ради геройства. У жизни есть всегда ответ простой. Живите, люди, и не беспокойтесь. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.